Kimitsio te tsetora, Kimitsio te tsetora, Udevaradonai Mierushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Israel Bekdushato. Пока маленький наш спускается, я хочу свидетельство свое сказать именно вот о Торе, да? Вот как я впервые с ней столкнулся. Лет 15-17 назад была конференция «Помазана», сильная конференция одесских церквей, и там один из пастырей мессианских общин выносил Тору. Это был праздник Симхат Тора. Вот. И знаете, что-то произошло в моей жизни. Что-то произошло в моей жизни. Бог, Он прикоснулся каким-то особым образом. Знаете, я куда-то получил вот поцелуй в сердце, понимаете? И я знал, что что-то произошло. Я еще не знал, что произошло. Но прошло несколько лет, и я вот тоже уже стоял вот здесь и комментировал Тору. Слава Богу. Так что это не просто обряд какой-то, знаете, или там традиция. Что-то происходит, когда мы прикасаемся к Торе, вот, и кажется, это просто механически. Нет, нет, это духовно. Итак, недельная глава Торы «Ваэтханан» «И молился». Это Дворим второзакония, 3 глава, 23 стих, 7 глава, 11 стих. Молился, здесь говорится о том, что мы же только начали изучать главу Дворим, вот, и она состоит из трех разделов. Первые четыре главы – это, значит, это первый раздел, где Моше напоминает о том, что происходило в истории еврейского народа за вот эти вот годы, пока ходили по пустыне, причины побед, поражений. Вот, и говорит, и в конце этого, значит, он говорит, и я молился Богу, чтобы Он мне пока, ну, дал мне эту землю, чтобы я вошел в землю. Но Он сказал, нет, Моше, ты не войдешь. Они войдут, но ты не войдешь. Вот. И как раз вот мы начинаем, мы на перепутье между этим разделом и следующим разделом, это с 5 по 26 главу, где Моше, он говорит о том, что необходимо делать народу для того, чтобы войти в землю обетованную и жить в ней счастливо. Вот. И я вот вспоминаю, я посмотрел, второй раз я комментирую за 10 лет эту главу. И первый раз я комментировал, я говорил о том, что нужно сделать, чтобы войти в землю. Да? А сегодня мне как-то на сердце легло немножко другое. Я даже не выдумывал, просто легло мне на сердце. Вот смотрите, давайте мы почитаем. Итак, Второзаконие, Дворим, 4 глава, 39-40 стихи. Итак, после того, что я сказал про историю, да, когда ты получал поражение или когда ты ходил в победе, народ Израиля, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху, на земле внизу, и нет еще кроме Его. И храни постановление Его и заповедь Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо тебе было. Чтобы хорошо тебе было. И не только тебе, и сынам твоим, чтобы хорошо было. А там в другом месте написано, и сынам сынов твоих, чтобы хорошо было. Вот об этом, друзья, я хочу говорить сегодня, да? Вот именно, вот что значит вот, исполнять заповеди, как это исполнять, чтобы хорошо нам было, понимаете? Вот я люблю, когда у народа Божьего все хорошо. Ну, это просто прекрасно. Я вспоминаю одну историю, когда к нам в общину пришел, ну, то не сюда, в другую общину пришел человек, и он полгода ходил, и было видно, что ему плохо. Почему я это видел? Он приходил на молитву, только на молитву, ложился на пол, вот, и лежал, раскинул руки и лежал. И было видно, он ни с кем не разговаривал, ему было плохо.
Вот. И видно, и было понятно, что у него в жизни ну, там просто что-то не так. Я потом с ним познакомился, подружился, стал его молитвенным партнером. И в течение 2-3 лет, не помню, мы с ним вместе проходили эти пути. Да? Вот. И действительно, я хочу сказать, там такое было наворочено, понимаете? Ну, там просто даже вообразить невозможно, как это можно было развязать. Вообще, ну совсем, взагали. Вот. Но Бог каким-то чудесным образом, он это все развязал, вот, научил, все построил по-другому, и человеку стало хорошо, понимаете? Вот. И я знаю, что Бог любит, когда у его народа хорошо. Почему? Я знаю его характер, он написан в Писании, я это узнаю из личных отношений с ним. Он создал мир, да, и что он сказал? Это прекрасный мир, здесь весьма хорошо. Вот. Но люди по какой-то причине, они поддались уловкам сатана и не поверили Богу, да, нарушили его заповедь, и им стало что? Плохо. Им стало плохо. Они стали ненавидеть друг друга, угнетать друг друга, даже убивать, отнимать друг у друга имущество, даже пропитание. Вот. И знаете, самое удивительное в том, что в нашем мире всего достаточно, даже в этом падшем мире, вот, допустим, того же пропитания. Ученые посчитали, что если все, вот то, что есть, разделить на всех, да, то хватит. То есть вот именно как должно быть. Знаете? Даже вот это оно все есть. Но там несколько десятков или сотен семей этого мира владеют половиной его богатства. Не знаю, зачем оно им надо столько, вот, ну, они владеют, и кому-то не хватает. Понимаете? И людям что? Плохо. Вот. Итак, ну, у Бога есть... Хорошая новость. Друзья, у Бога для людей всегда отличная новость. Понимаете? Бог говорит, вы можете жить хорошо. Не живите плохо, живите хорошо. Вот давайте еще раз почитаем. Храни наставление Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя. И чтобы ты много времени пробыл на той земле, ну, в которую ты войдешь. То есть надо, друзья, акцентируемся. Надо что? Исполнять? Что? Заповеди исполнять. Вот. Какие заповеди? Ну, они даны в законе Моисеевом. Говорят, что их 613. Вот. Ну, в концентрированном виде все эти заповеди, они соединены, такая квинтэссенция в десятисловие Божьем, которое Моше тоже в нашем же разделе излагает чуть ниже. Вот. И он их перечисляет и в конце говорит... Еще раз. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам. Еще раз акцентирую внимание, что хорошо будет после того, как вот это вот десятисловие, которое вбирает в себя все, ну, условно говоря, 613 заповедей, если они будут исполняться, правильно будут исполняться, добавим. В современном христианстве много различных представлений о том, как сделать, чтобы человеку было хорошо. Как говорится, Бог чуден, но дети его бывают еще чуднее. Вот. Значит, ну, например, исполнять определенные религиозные обряды. Например, вместо того, чтобы вникнуть и посмотреть, как созидается семья, правильно, да, например, люди считают, что ну, достаточно сделать обряд венчания, да, в церкви, под колокола и так далее, и что, и все будет хорошо. Ну, к сожалению, это не получается, понимаете. Там другие принципы, другие законы работают. Или, например, съездить на святую землю, походить по святой земле, вложить записочку в стену, плача, да, и будет что? Хорошо. Бывает, но далеко не всегда так, как хочется. Не работает оно как закон. Вот. Или, например, я приношу десятину, да, вот, и получаю взамен 30, 60 и 100 крат. Почему так люди думают, это не по Писанию, я не знаю. Ну, почему-то так думают. Да? Хороший бизнес. Да? 10% в десятки раз больше. Вот. Тоже не работает. Это дети Божьи тоже придумывают такое. Но Бог... Бог учит нас другому. Или вот самое последнее, знаете, самое такое, самое духовное
как бы такое, самое духовное такое действие, да, вот, например, ну, говорят, надо приближаться к Богу, и чем ближе ты приближишься, тем тебе будет хорошее. Хорошо. 100% правильно. Но что люди вкладывают в это, да? Что они вкладывают? В чем хорошо? В деньгах, там, в здоровье там, и так далее. Зачем приближение к Богу? Это же уже другой вопрос, да? А вот давайте мы как бы немножко посмотрим вот на основании вот нашего сегодняшнего разбора, да? Вот. Какой образ, а помните, Рав Шауль, он говорил, что Писание дает нам образы, но чтобы мы были, чтобы мы правильно понимали, ну там написано, непохотливый на злое, да, это, ну, чтобы мы правильно понимали Писание и не придумывали себе там баек различных, понимаете, христианских баек я имею в виду, вот о том, как сделать, чтобы было хорошо, а по Писанию, чтобы было. Вот смотрите, вот, например, вот стоит скиния, ну давайте представим себе, стоянку Израиля. Да? Есть стан, определенным образом по четырем сторонам цвета стоят колена со знаменами, там, со старшими и так далее, как войско. Да? Внутри скиния. И вот человек, он идет, ну откуда-то со стороны пустыни. Да? Вот. Он, как, он еще не из народа, например. Да? Но чтобы приблизиться к Богу, Бог же, ну, он там, в скинии, да, то есть он обитает среди народа. Ну, в то время это было в скинии. Мы рассматриваем образ, я имею в виду. Давайте мы все-таки мы смотрим то время, 3500 лет назад. И вот человек, для того, чтобы попасть в скинию, да, он должен стать сначала, ну, среди Божьего народа, да, то есть приобщиться к Божьему народу. Потом он должен войти во врата скинии, да, потом во двор, потом там умывальник, потом там жертва должна быть принесена. Ну, человек сам не может идти, я имею в виду, что вообще человек, ну, как общий человек, чтобы, как будто бы приближается. Один, второй, третий, ну, приближается, все приближается к Богу. Вот, потом святое, да, входим в святое, вот. Ну, там это еще не самое. То есть самое-самое святое – это пребывание Бога. Бог об этом сказал. Он будет там, в святом святых, возле, ну, между крыльями Херувимом, на ковчеге. Но это еще не все. Надо же открыть ковчег, да? Вот. И открываем ковчег, а там что? Ну, я не говорю про ман и посох, это другая история. А вообще Богом замыслено, что там держать? Десятисловие, друзья, десятисловие. То есть мы видим, да, то есть само Писание дает нам образ, что приближение к Богу, оно приближает нас, то есть понимание Бога, оно приближает нас к Его Слову, да, вот. То есть если мы хотим познать Бога, и чем полнее мы Его хотим познать, тем больше мы должны приближаться к Его Слову, познавать Его Слово, ну, конкретно Его заповеди. Его заповеди, вот, которые изложены, опять же, в квинтэссенции, их она в десятисловии. Ну, мне, знаете, мне могут сказать, ну, Сергей, ну, как-то так оно, как-то не очень эмоционально. Я люблю, чтобы у меня душа сходилась, расходилась, чтобы у меня за душу хватало и так далее. Так вот, смотрите, сразу после десятисловия Моше начинает объяснять, А что же, как же исполнять заповеди, да? И он говорит: слушай, Израиль, шма Израиль, Господь Бог ваш, Господь один, един есть, и люби Господа твоего как? Всем сердцем твоим, всем душой твоей и всеми силами твоими. Эмоционально, да? По-другому Бог не понимает. То есть эмоций здесь хватает. Ну ладно, мне могут сказать, ну а дух, вот там, я же люблю Святой Дух и так далее. Ну, давайте послушаем, что Иешуа говорит по этому опыту, по этому случаю. Он говорит, слова, ну в том числе и заповеди, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. То есть, друзья, другими словами, я перевожу, ну, расширенное даю толкование, да, самое духовное проявление в жизни человека, вообще самое духовное, не святой смех даже, я не против, не мурашки по коже во время прославления, люблю, но не против, не это. Самое духовное проявление в жизни верующего человека – это знание и исполнение Слова Божьего, его заповедей. И вы знаете, в связи с этим я хочу вспомнить одну, ну, назовем ее так, это по-другому, конечно, ну, мечта Бога, да? Вот что, о чем Бог мечтал еще до прихода Иисуса? Вот я, Иешуа, я вам
зачитаю. Иеремия 31 и далее. Когда он говорит, я вот придет время, ну это наше время имеется в виду, значит, и, ну, время прихода Иешуа, и я заключу с домом Израилева после тех дней Новый Завет, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Вот в чем на самом деле никуда Тора не делась, никуда заповеди не делись, те, которые Бог говорил во времена Моше. Они записаны, они должны быть записаны на наших сердцах для того, чтобы мы знали их, для того, чтобы мы любили, для того, чтобы мы, как Давид, 118-й псалом, наслаждались ими. Бог, Он все дал для наслаждения, даже заповеди свои, они даны тоже для наслаждения. Давид, он об этом говорил. И знаете, Иешуа, да, вот если мы опять вот этот представим новозаветний путь, да, к Богу, к приближению к Богу, то, конечно же, Иешуа сказал, я есть путь, истина и жизнь, да, то есть именно им мы идем тем путем, который приближает нас к Богу и которые помогают нам понимать, что Бог хочет для нас, Он хочет, чтобы было хорошо, да, вот, что Он для этого сделал, в том числе через Иешуа, вот, и что Он ожидает для нас. И Иешуа, идя по этому пути, знаете, я вот как-то почувствовал этот образ, он спрашивает каждого из нас, как когда-то он спрашивал Петра, «Петр, любишь ли ты меня?» И я перефразирую, и я пойму, что я не нарушу Писание, и он дальше продолжил бы, да, исполняя заповеди мои. Почему я так говорю? Потому что он говорил об этом, любите меня, исполняйте заповеди мои. И когда он придет сюда во второй раз, и написано, что он будет искать верных. Друзья, ну неверных взагали. Ну неверных взагали. Я не то, что я учу, я себе этот вопрос задаю в первую очередь. Неверных взагали, а тех, которые исполняют Его заповеди. Давайте помнить об этом, и да благословит нас Господь на этом пути. Аминь.